женская логика и индуктивная. Есть такое понятие ассоциативной связи. Знаете, да? Ну, классы, подклассы и так далее, ассоциации. Так вот, когда женщине говорится о чем-то одном, она сразу всю семантическую цепочку поднимает, ну, сообщество вот этих видов и подвидов. Из этого всего выбирает самое худшее, ищет второе сообщество, в которое входит это худшее, из этих выбирает еще более худшее, ищет, куда входит это в сообщество, и здесь еще самое худшее, и поэтому женщина спорит не фактами, а выводами. Ты считаешь, что я толстый? Нет, вот, например, ты принес картошку мелкую домой. Она говорит, ты хочешь, чтобы я вообще с кухни не вылезала? Так ты себе рабыню нашел! Все вы мужики, вам бы такого баб загнать, лишь бы вам где-то шля... Бля... Там же так...